Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Вот, посмотрите, сегодня мы будем и всю неделю дело иметь вот с этой вот невыдержанной собачкой, холериком. И будем для начала его немножко социализировать и, ну, просто воспитывать, чтобы он был уже выдержанным, хорошим, приносил мячики, ходил рядом. Потому что ничего он этого пока делать не то, что не умеет, он даже не хочет этого делать. Поэтому собака просто не понимает, как жить правильно, как вести себя, ну и все в таком духе. Итак, для начала мы сейчас имеем игрушку, невыдержанную собаку, которая не знает, как приносить этот мячик. Что мы будем делать? Мы будем любовью, лаской и заботой учить его приносить этот мячик, чтобы он отдавал его мне, приносил. С детства с ним играли неправильно, то есть игра заключалась в том, что, вот как я говорил, правильно нужно играть с собачкой. За собачку, собачку учили убегать, ну и что она хорошо научилась делать. То есть она берет мячик и хочет, чтобы с ней продолжали играть. Делает она это примерно так. Вот смотрите, сейчас собачка предлагала мне свою такую игру. То есть я бросал мячик, да, собака хватала мячик. Ну и, как я и говорил, она пыталась убегать, призывая, так сказать, меня, чтобы я начал за ней бегать. Ну, мы же с вами являемся вожаками, да, поэтому все решения относительно собаки, в том числе и игра, они должны принадлежать нам. То есть это мы должны собаке предлагать свою игру. То есть даже посредством игры мы подчеркиваем свой статус вожака. Это должны мы делать круглосуточно. То есть смотрите, вот собачка взяла мячик и отбегает в сторону. Я в эту игру поддерживать не собираюсь. Я навязываю собаке свою игру, чтобы она принесла мне мячик.
Я стою, сижу долго, значит, выжидая момент, когда собака поймет, что без меня у нее игра не получится. То есть в любом случае она должна будет принести мячик. И вот подходит ко мне собака. Вы заметили, я мячик у нее сразу отбирать не начинаю. То есть я даю ей понять, что в принципе ты можешь подойти ко мне. Я тебе даже дам подкормочку небольшую. Вот, и мячик сразу забирать у тебя не буду, чтобы ты не боялся ко мне подходить. Собачка стала так примерно и делать. Подходит, даже мячик в стороночке немножко оставит, да? Потом вы видели в конце, значит, я призывал собаку, возбуждал у нее вот этот вот охотничий рефлекс. То есть собака ушла на горку, я побежал назад для того, чтобы заинтересовать ее. То есть когда кто-то удаляется, у собаки возникает охотничий рефлекс, рефлекс преследования. Вот туда-сюда мы с ней немножко побегали. И запомните еще раз, закончил я на пике, именно на пике, для чего я это сделал, я вам уже объяснил. То есть, чтобы у собачки был азарт продолжения. И самое главное в этом во всем, чтобы собачка поняла, что без человека у нее игры не получится, а человек не будет играть в предложенную собакой игру. Пункция номер два. Собака катастрофически боится вступить в крупный план. То есть мы на эти ступеньки абсолютно не поднимаемся. Ну, не знаю, с чем это связано, может, спадал когда-то где-то от чего-то, но... Вот смотрите, иди сюда. Вот видите, откуда? Ну, казалось бы, что страшного в этом, ничего нету, но мы боимся. Вот, видите, потихонечку. Но он их боится. Сейчас мы собачку попытаемся завести. По ступеньке. У нас есть мотивация у него. То есть вот этот мячик, который он любит играть. Ну и соответственно заходим. Давайте. Хорошо. Сам он пока еще подняться не сможет. Я для него стрессовая ситуация. Мы его. Дай, брат. Дай, хорошо. Дай, браво. Ну, на сегодня, я думаю, упражнения вот эти вот мы закончим выполнять, чтобы у собачки хорошие ассоциации остались. То есть, как вот я и говорил, что нужно всегда заканчивать на пике азарта. Вот сейчас вот собачка у нас находится на пике азарта. А на пике азарта для чего? Для того, чтобы в следующий раз у нее были воспоминания о том, что как было хорошо, как было классно заниматься с этим человеком. То есть у собачки останутся очень хорошие воспоминания. Ну, видите, в принципе, мы уже не так сильно убегаем с этим мячиком. И буквально за несколько секунд, я бы сказал, ну, то есть секунд за 15-20, да, потом по таймеру можно будет посмотреть, мы научились заходить на капот машины, которые категорически боялись. Вы вот еще не видели, я тут уже немножко позанимался. Камера просто была не включена, и собака просто панически боялась вот этого парапета, по которому мы поднимались, который был взят крупным планом до этого. На сегодня наш урок закончен. Ребята, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо всем.